эксцессы. Так ли, когда так делают? Вот это он профи в этом деле. Я просто представил, как он этой кисточкой просто мне по лицу так. Класс, минус очки. Майни вновь с вами. Всем привет, и сегодня у нас реакция на Брайан Мапса, вашего любимого. И видос называется «Рисую по туториалу Боба Росса». Боб Росса художник, кто не знал. И, ну, в принципе, логично по названию. Он такой, Сафра. Прикольный чувак. Я смотрел, помню, когда стримы запускали в память его. И это забавно. Он у него такой... медитативный, вот, наверное, медитативный, вот правильно будет сказать, голос прям вообще, как, знаете, как антистресс, можно смотреть его ролики. Тихо, лучше не прислоняться к этому холсту, потому что он буквально держится на соплях, потому что я приклеил его на термоклей. Серьезно? Я заказал херовую тучу принадлежностей для что? Рисования, купил холст, большое количество... упавших красок. Красок и кистей. И забыл положить в корзину грёбаный мольберт. Я заказывал это в магазине и забыл положить мольберт. Порывак. Ау. В общем-то, сегодня, ребятки, да, меня Брайан зовут, если вы не забыли. Вы, наверное, забыли. Ну, короче, сегодня мы с вами, точнее я, буду пробовать рисовать картину по туториалу Боба Росса. А вы будете смотреть над этим и усмехаться над моей убогостью. Ну, как обычно, кто не знает, Боб Росс — это такой художник, который рисует. Я знаю, спасибо. Насколько знаю, он придумал какую-то свою технику рисования, мокрое по мокрому, где нужно смочить холст водой и потом рисовать. Вроде как. Так вот, его картины повторяли сотни различных ютуберов. И у всех, практически у каждого получалось просто охрененно. Я просто не знаю, как они это делали. Я искал эти видео и надеялся, что хоть у одного получится какое-то дерьмо. Но нет, все у нас, походу, художку закончили на ютубе. Ну что ж, а вот я. И вот мои вот рисунки. Я. Красивые. Прекрасные. Знаете, сколько сейчас сидят? Душевные. Субтитры, кстати, спасибо за них. Все сразу понятно стало. Знаете, сколько сейчас время? Сейчас ночи, поэтому вы наблюдаете вот такое вот поведение. Да. Чтобы вы понимали, это обычная тарелка. Почему это так смешно выглядит? Ну, цвета, конечно, красивые. Вообще, как бы не смотрел даже, какие цвета нужны для этой картины, которую я собираюсь повторить. Ой, тихо. Не надо. А, это что, нужно белым закрашивать весь этот? Весь холст? Белым цветом? Хм, ну давайте попробуем. Собственно, для этого у меня есть строительная кисть. А надо ли вмакать в воду вообще кисточки? Просто когда я ходил в художку... Я уже говорил, кажется, об этом про это забыть. В прошлых видео, но... Ну да, я ходил в художку, когда мне было лет... А ты молодец, Брайан. Еще не начал рисовать, а уже весь дом в говне. Да? Когда мне было лет 6, наверное. Да. И там мы рисовали гуашью, акварелью. А это уже масляные краски, это новый уровень. Поэтому я не знаю. Что это за коричневое? Это из-за того, что у меня грязная строительная кисть вместо нормальной? Не, ну в целом, может быть, и что-то и получится из этого. Подумала моя мама, когда увидела первый рисунок, который я принес из художки. Но она ошибалась. Ну, ничего не особо получается даже холст закрасить белым. Тихо. Короче, так сойдет. Блин, как же это сложно. Я еще боюсь разбить эту тарелку. Ну, в общем, как он там делал? Так, он, значит, как-то так вот делал. Как-то так вот. И, значит, он такой просто вот так вот. О, как красиво! Я не ожидал, что у меня даже так получится. Вау. Слушайте, вот я реально... стараюсь хоть что-то сделать, и я реально... Ну что не, ну, что не так плохо, отличное розовое пятно пока что. Похожую картину. Серьезно, если в тех видео, где рисовал ютуберов, ну, я делал это не всерьез. Ну как, я очень старался, конечно же, и... Классно. Ну так вот, но тут... Либо не люблю читать подмышки. Это картина Боба Росса. Она очень красивая, и я хочу ее к себе домой. И я нарисую ее. Себе домой.
Что-то я в этом сильно сомневаюсь, потому что прошло уже 4 минуты видео, а ты нарисовал только это. Розовое пятно, нормально. Хейтеры? Fuck off. Ладно, это шутки шутками, но я реально постараюсь сделать максимально все, что в моих силах. Мне кажется, там он немножко растушевался. Blue axis нужно так вот делать, вот иксы. Я понял. А нужно кисточку в воду макать после того, как ты один цвет использовал? Ну, теперь вы знаете уровень моей неумелости рисовать. Я даже этого не знаю. Что-то я боюсь, конечно, в синий суваться, честно говоря. Художники, которые меня сейчас смотрят, пожалуйста, не выкалывайте себе глаза. Да! Не обязательно делать, не обязательно мыть кисточки после каждого раза. Так, главное мне не задеть мою кирпичную стену, иначе... А иначе меня потом заденет арендодатель этой квартиры. Только уже не кисточкой, а чем-нибудь по... Он вообще рискует с квартирой. Вот... Взял бы ему квартиру, не сдавал бы ему квартиру. Тяжелее. У меня круто получается! У меня говно какое-то получается. Кстати, да, я только сейчас понял, что я взял слишком большой холст. То есть мне как бы вдвойне придется работать. Двойная работа, двойная оплата. Just saying. Типа часовая. Час 200, ночь 500. Ребят, вот я смогу, да, мы знаем все эти вещи. В конечном результате поставить эту картину у себя в спальне, наслаждаться ею. Я надеюсь, что да, потому что я вот как только въехал в эту квартиру, я сразу понял, чего-то тут не хватает. Квадратных метров, которые были на сайте заявлены, вот тут явно меньше. Но не только это. Также я считаю, что здесь не хватает чего-то такого... Снова кот вот шалит. Я знаю, чего тут предостаточно хватает. Это рыжей, сраной, поганой кошки. У меня получается, правда, слишком синее небо по сравнению с его небом. Но знаете, я не буду делать стопроцентную копию, потому что я не могу. Блин, и кирпич задел, твою мать. Арендодатель. Кстати, одна из родных сестер моей мамы, моя тетя, художница. Надеюсь, она мне... Не плюнет в лицо после просмотра этого видео. А может и плюнет, кто знает, кто знает. Короче, у меня никакого градиента нет. У меня просто синий, розовый. Так, он сказал, что нужно немножко менее интенсивный голубой в районах неба вот этого розового. Но я это прослушал случайно, и как бы имеем, что имеем. Но я попробую это как-то исправить, я не знаю. Короче, ладно. Потом как-нибудь захерачим. Давайте приступим уже к следующему шагу. Просто, знаете, на волоске. Не задеть другой цвет очень сложно. Твою мать, это уже другой цвет. Ну, с другой стороны, зато у меня вроде как немножко получается такой градиент. Ну, знаете, слушайте, пока выглядит неплохо, реально выглядит. Красиво, как небо. Реально выглядит как небо. Слушайте, реально. Слушайте, красиво, это симпатично. Это самой главной ошибкой в моей жизни. Но я беру белый цвет. Я уже не знаю, где это все размазывать. На другой стороне, может быть. Моя мать. Горе-художник просто. И вправду получается что-то более плавное, по-моему. Блин, по-моему, уже воду пора рисовать. Я слишком длинное небо сделал. Так, знаете что? Для этого, для воды у меня есть специальный оттенок. А ну-ка. Конечно, Боб использовал, по-моему, тот же синий цвет. Закрой свой рот! А Боб, кажется, использовал тот же самый это синий мило. Цвет, который использовал при рисовании неба. Но смотрите, какой у меня есть красивый цвет. Очень наверняка подходящий для воды. Это, конечно, рискованно, потому что, может быть, он... Ой, я только сейчас... Твою мать. Я забыл, что я... В общем, значит, просто так, хоп... Конечно, покупает потом новые стулья арендодателям. Нужно больше цвета, больше цвета. Так, я смешаю. О, кажется, что-то пошло, ребят. Больше похоже на небо. Так, он говорит, что чтобы добавить немножечко чего-то там, нужно взять более темный, синий, голубой. И по краям. Самый темный голубой, вот такой вот красивый, ребята. Beauty блок. Я так не когда так делаю. Вот это он профи в этом деле. Я просто представил, как он этой кисточке просто мне по лицу так. Класс, минус очки. Ну вот за мою рукожопость реально мне нужно просто... Сейчас очки спадут.
Если бы спали все очки, я бы ржал. 2 часа ночи, и мне лучше в такое время не снимать видео. Мне лучше спать. Или есть. А у него лицо в краске. Вот у него на воде есть такие блики белые. И это добавляет объем картине. Сейчас хочу взять и рискнуть белый. Он так не делал, но я так попробую. Белый цвет, и вот тут как-нибудь добавить блики для воды. Я не умею этого делать. Скорее всего, получится херня. Но давайте посмотрим. Посмотрим. Мне кажется, ли я случайно сейчас нарисовал охрененные волны? Или мне кажется? Что-то такое похожее на... Блин, я только что стер мои красивые волны. Как я это сделал? Что-то похожее есть на воду. Вот что-то есть. На воду похожее. Цвет, наверное. Цвет, наверное. Я всю стену засрал. Я очень надеюсь, что эта краска отмывается. А если нет, то... Вообще кирпич говняно отмывать. Он же, блин, пористый. Вот реально, я не знаю, кирпич отстойно отмывать. Разве что-то баллончиком с сжатым воздухом. Блин, я не знаю. Там будут отмываться мои косточки. Ну, понимаете, о чем я. А еще мне кажется, что этот холст вот-вот и упадет, потому что он явно уже держится на одном угле. Да? Да. Блин, диван заговнял краской. Твою мать, у меня все в краске. Ладно, жопа, искусство превыше всего. Теперь он в краске. Не знаю, на что это похоже, честно говоря. На что-то непонятное. Ну, слушай, не так плохо. Прикольно, похоже на бликеры. Блин, в этом маленьком экранчике смотрится очень красиво, но вживую... Я думал, что ну, я неплохо. Что-то типа такого. Но не более, а почему? Ладно, видимо, это позднее время суток на меня так странно влияет. Ой, еда пришла. Я только что оплачивал еду по карте и своими руками обляпал весь аппарат, где нужно вводить пин-код. Я молодец. Хорош. А что если сейчас просто взять и так вот закрасить, подзакрасить? Ну, красиво, слушайте, реально красиво. Ну, а у него что-то получается, мать вашу. Это лучше, чем готовка у него. Мне кажется, тебе пора задуматься, что вот лучше... Посмотри уроки по готовке от Боба Росса. Не знаю, может там все это не так плохо. Твою мать. Действие термоклея закончилось. Нужно как-то продлевать это дело. Папа, что это? Я только сейчас заметил. В общем, ребята, я думаю, мы продолжим с вами завтра. Да. Он купит наконец-то... Серьезно? Он не твою купил... Твою мать. Вы бы знали, как тяжело мне дается это видео. Потому что я испачкал себе до хрена одежды, до хрена частей тела, полы, ноутбук, телефон, тигру. Все испоганено. И знаете что? Прекрасно. Я это видео снимаю опять почти ночью. Ну, благо не так поздно, сейчас 8 часов. А зачем это? Это горы, твою мать. Вот, походу, с этого момента... Ну, слушай, пока очень красиво. Месту. Что за говно? Нужно больше именно синеватого, что ли, какого-то цвета. Реально неплохо. Все равно неплохо. Блин, лучше бы не выравнивало. Это все, что удалось мне сделать. Я даже не помню, как было до этого, честно говоря. Короче, мне не получилось сделать прям как у него. Неудивительно. Я попытался сделать что-то свое в виде вот этой странной пирамиды. Ну, это гора, если что. Понятно? Собственно, у него вот так, не... у меня вот так вот. Я ни на что не претендую. Ему надо было не выравнивать так сильно. С двух сторон. Помазал там. И теперь берет... И у него довольно крутая палитра, на самом деле. И у него получается деревья, я не знаю, как это происходит. Как? Это уже деревья, я бы так оставил. Кстати, у меня есть как раз таки подходящая кисточка для этого. И значит как-то... Вот так. Это выглядит жалко. Ну, кстати, вроде как не так уж и плохо. Ну, как бы плохо, но... Не так уж и плохо. Холст трясется так же сильно, как будут трястись мои коленки, когда хозяин этой квартиры войдет сюда посмотреть, что я тут натворил. Но, надеюсь, такого не произойдет. О, черт! Он делает отражение! Вот запомните, это тот момент, где я сейчас нахер все запокаплю.
Just pull straight down. Да what the fuck это? У него просто... Он просто тык-тык, тынь-тынь. Все, нахер, идеальное отражение. Самое лучшее отражение, которое я видел в своей жизни на картине. Твою мать. Я что, Тина Канделаки? Самое лучшее отражение, которое я видел в своей жизни. Так. Не так сильно нажимать надо было. Я же сказал, в тот самый момент, на котором я все нахер зафакаплю. Ну что это такое? Мне кажется, надо было так оставить, там так похоже было на отражение от низа. Кстати, немножечко, совсем немножечко похоже. Ну совсем прям немножечко, вот на столечко вот похоже, вот на вот столечко вот. Paint some fantastic little scenes. Ну не знаю, не особо это похоже на волны. В общем, ребят, дело такое. Я решил, что я пока что не буду продолжать дальше рисовать эту картину, потому что я посмотрел, что за все это время я оказался лишь на середине тьюториала. Он идет 25 минут. То есть Боб нарисовал это за 25 минут примерно, за полчаса. Если вы вдруг захотите, чтобы я дорисовал эту картину до конца... Мне интересно, слушайте, это пока реально неплохо выглядит. Реально, гляньте, как это неплохо. Ну, типа, для человека, который вообще никогда не рисовал. На канал, и я сделаю это. Но я боюсь, что я запоганю то, что у меня уже сейчас есть. То есть запоганю. Чтобы от раз у тебя упал. Посмотрите, посмотрите на этого чувака. Что это было? Охереть. Я просто сейчас ищу на столе предмет, который только что взорвался нахрен. Это что, термопистолет? Блин, серьезно что ли? Жесть. Ну ладно. В общем, если хотите, чтобы я дорисовал, знаете, что делать. И я дорисую в одном из следующих видео. А что случилось? До конца. Ну а пока имеем, что имеем. С вами был, как всегда, Брайан. Художники, которые смотрят это видео, пожалуйста, не ругайте меня в комментариях, а вы не сможете, они у меня и так закрыты. Я никогда практически не рисовал такого рода картины, только, наверное, в лет 6, и это было ужасно. Поэтому для меня даже это довольно-таки неплохой результат. Ну, очень неплохо, на самом деле. С вами был, как всегда, я Брайан, до скорой встречи, пока! Слушайте, вполне достойно, достойно, как по мне, вполне достойно. Типа... Я бы такое не нарисовал. Ну, может, нарисовал. Я никогда не пробовал. Но это достойно выглядит, по крайней мере, со стороны. Выглядит так элементарно, но интересно. Ребята, не забывайте, что у Брайан Мапс канал так-то есть. Переходите, подписывайтесь. Комментарии у нас также отключены. Грустно, плакать хочется, обидно. Но вы можете написать ему комментарий в его инстаграме. Ссылка на его инстаграм есть в его описании. Приходите по ссылке на его видос, и там есть его инстаграм. Также знаете, что вы можете подписаться на мой канал. Если вам нравятся мои реакции, поставите лайк. Если вам нравится реакция на Брайан Мапса. И будьте молодцами. Всем удачки, всем пока. Пау.